Всем привет! Очередная мелкая бандеролька с Китая, оценена в 1 доллар. По описанию непонятно, что здесь. Сейчас распечатаем, посмотрим. Ага. Это носки. Ребята, носки теплые. Одна пара. Вот такие вот носки с Китая. Очередные носки с Китая. Размер какой-то маленький, но они вроде как тянутся. Без запаха. Cool Max. Ну так вроде бы неплохие носки. Вообще, я заказывал у китайцев носки неплохие у них. Посмотрим, как эти будут носиться. Это вроде как утепленные, они вроде как термоноски, там типа такого в описании было сказано. Стоимость этих носков 2 доллара 48 центов. Добрались они тоже довольно-таки быстро. Ссылка будет в описании, кого интересует, заказывайте. В принципе, носки неплохие. На этом все, всем спасибо, пока.